8 января, четверг. С утра на участке 3-го сектора была произведена разведка боем для изучения переднего края обороны противника, его огневых средств, опорных пунктов и узлов сопротивления. В других секторах обе стороны также вели разведку боем. На участке 2-го сектора группа вражеских автоматчиков пыталась проникнуть в расположение боевых порядков, но огнем наших подразделений была рассеяна и частично уничтожена. Транспорт чехов с грузом продовольствия прибыл из Поти в Севастополь, а из Туапсе с грузом боезапаса и продовольствия транспорт Белосток. Командованию СОР не удалось установить радиосвязь с высадившимся в Евпаторию передовым отрядом десанта. Было решено послать в Евпаторию разведывательную группу из 13 человек под командованием батальонного комиссара Латышева. Разведчики проникли в город. Латышев сообщил, что передовой отряд десанта полностью уничтожен. 7 суток разведчики действовали в районе Евпатории. В середине дня 14 января Ульян Андреевич Латышев передал по радио открытым текстом: «Мы подрываемся на своих гранатах. Прощайте». В этот день военный совет Кавказского фронта отдал директиву о переходе войск фронта в общее наступление. Начальник штаба Приморской армии генерал-майор Крылов в этот день выехал на автомашине в 3-й сектор. Первоначально генерал побывал в 79-й бригаде, а затем направился в 25-ю стрелковую дивизию. 8 января станет особенным днем для начальника штаба Приморской армии Николая Ивановича Крылова. Позднее он напишет: «Я хотел получше рассмотреть наш передний край. Если не представляешь его в натуре, трудно думать над картой. Почему-то захотелось побольше проехать городом. Разрушенных и поврежденных зданий прибавилось. Но главные изменения заключались не в этом. Больше стало на улицах людей. Вот что бросалось в глаза. Город сделался оживленнее, как-то веселее. Он оставался под обстрелом. Даже за самые спокойные сутки в городской черте падали десятки снарядов. Мирные жители города стали вести себя, как бывалые обстрелянные солдаты, которые умеют мгновенно оценить степень конкретной опасности. Восстанавливались предприятия городского хозяйства, магазины, трамвай на корабельной стороне. Готовились к открытию центральной библиотеки и кинотеатр «Ударник». В бригаде Потапова я выполнил свой план. По пути завернул на заросшую кустарником высотку, но осматриваться довелось недолго. Мина упала совсем близко, обдало жаром и сильно ударила под лопатку, будто горячим кирпичом. Цена рекогносцировки – 3 осколочные раны, одна из которых окажется довольно тяжелой и будет доставлять мужчине весь остаток жизни. По настоянию командарма Приморской армии Крылов останется на излечении в Севастополе. Ему создадут все условия для скорейшего выздоровления. Петров очень высоко ценил своего начальника штаба и ни в коем случае не желал ему замены. Николай Крылов за свою жизнь пройдет путь от рядового до маршала. Свой первый орден и звание генерал-майора получит в осажденном Севастополе. За войну, проявив талант полководца, дважды удостоится золотой медали Героя Советского Союза и будет командовать армиями. А уже после войны ракетными войсками стратегического назначения. Они во многом его детище. Будет избран Верховный Совет Советского Союза и Центральный комитет КПСС. Прах Николая Ивановича Крылова захоронен на Красной площади у Кремлевской стены.